И всем привет-привет, дорогие друзья! Сегодняшнее видео будет посвящено тому, как максимально быстро развиться в мире динозавров. Напоминаю, что у меня здесь установлен мод O-Respawn, обновленная версия. И в этом видео я расскажу, как максимально быстро развиться. Ну, первым делом вам нужно добыть, конечно же, заткнись. Ой, скелет. Охренеть, он меня стреляет. Первым делом нужно максимально быстро добыть необходимые ресурсы, то есть кирку, камень, все такое. Ну, все стандартно. О, лягушек, смотрите. И куда она полетела? Пошла вон отсюда. Давайте максимально быстро разовьемся. Нам нужен верстак. Ну вот, все по стандартному. Дальше будет уже более интересная версия. Так, нам нужно еще дерево. Смотрите, лягушка. Блин, эта лягушка похожа на степлер. Кто не знает, что такое степлер, можете загуглить, конечно. И еще я хотел вам сообщить, что ну, много желающих поиграть со мной. Ну, просто поиграть со мной. Хочу сказать, что есть, ну, я под видео оставлю 3 ссылки на игры, которые я чаще всего играю, и свои ники напишу там. Если вы хотите со мной поиграть, ну, пожалуйста, я почти каждый день играю в эти игры. Можете заходить и поискать меня в друзьях, в никах, ну, через поиск по нику. И спокойно со мной играть. Думаю, с этим проблем не возникнет. Так, сколько там нам камня нужно? Нам еще еду нужно собрать. Ну, можно и без еды, тупо камень. Все, думаю, пока хватит на первоначальные инструменты. Они в любом случае нам понадобятся. Давайте их сделаем. Кирка, лопата, топор. Ну и, конечно же, меч. Все, в принципе, хватит. Но можно сделать еще одну кирку. Все, забираем верстак. Рубим немножко топорик. Теперь нам нужно найти муравьев. Ну, еще было бы неплохо найти бы железо. Так, давайте, муравьи не водятся в зимних биомах, поэтому нам придется искать другой биом. Ну, вот здесь есть болотный. Единственное, в болотном биоме очень опасно ночью. Здесь спавнятся пауки. Но нам нужно найти муравьев. Ходим, ходим, ищем. Что за дракоша? Он опасен? Наверное, нет. Так, я что-то здесь видел. Так, шахта. Шахта, это хорошо. Здесь может быть три крипера. Охренеть, блин. Нахрен я эту шахту искал. Давайте их взорвем. Твою мать, еще и скелет. Блин, еще мобы там, вообще охренеть. Одни мобы в этой шахте, я не знаю, что они так спавнятся быстренько. Со скоростью света. Но нам нужны муравьи. То есть делаем необходимые инструменты и ищем муравьев. Так, где вы, муравьишки? Обычно муравьев везде дофига. Они мешают строиться, все такое. Но что-то сегодня я их не нахожу. Так, вижу коров. А, вот муравей, отлично. Именно серый муравей нам нужен. Он ведет нас в рай. Сразу идем в мир рай. Здесь практически нет опасных мобов. Только иногда дракон спавнится. Так, загрузка мира. Вот видите, мир загружается. Он загружается довольно медленно. Но нам сейчас нужно сделать шахту, чтобы добыть немножко железа. Потому что без железа мы не сможем добыть те ценные ресурсы, которые мы здесь найдем в первый же день. Ну, надеюсь, что найдем. Ну, в любом случае найдем. Я знаю одну фишку, как максимально быстро здесь развиваться. Ну, естественно. А где уголь? А, мир не прогрузился, уголь еще не выпал, смотрите.
меня откидывает, но это потому, что очень тяжелый мод, и здесь мир прогружается довольно медленно. Это, в принципе, нормально. Только вот здесь у меня должен быть уголь, которого уже нету. Ну, ничего страшного. У меня еда заканчивается. Наша задача просто найти железо. Хотя бы 3 штуки для кирки. Потому что без железной кирки нам здесь делать вообще ничего. Так, что-то я не вижу ничего похожего. И без факелов нам тоже здесь делать нечего, к сожалению. Так, еда. Еда — это хорошо. Яблоки. Угу. Блин, факела нужны, ребят. Факелов у нас нету. Давайте лучше найдем шахту, уже открытую. Так, 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 так. Можно, конечно, вот расплавить этот. Ну, сделать древесный уголь. Нам максимально быстро нужно найти 3 куска железа. Как-нибудь, вообще любым способом. Кстати, если вам не хватает древесины, можете срубить вот эту. А, не, это не такая древесина. Тут есть древесина, которая... Вот эти палки, они очень быстро рубятся. Ну, кто смотрел мои предыдущие видео, тот знает, что с помощью них можно очень много древесины добыть. Сейчас я вам покажу. Блин. Вот, видите. Но, к сожалению, по-моему, ее нельзя сжигать. Или что-то такое есть ограничение. Я не помню, какое. Ну, давайте сделаем древесный уголь хотя бы немножко. Думаю, мы за сегодня успеем уже одеться в алмазные шмотки. Ну, может быть, за 2 дня майнкрафтовских. Так, давай. А, вот ее нельзя выжигать и превращать в эту. Зато ее можно превращать в доски, которые потом можно сжигать. Отлично. Давайте соберем немножко, она нам пригодится. И еще кукурузу соберем, пока там все плавится. Кто был очень внимательным сейчас, тот кое-что заметил. Ну, так же, как и я. Смотрите, что мы заметили. Здесь заспавнился вот эта рекламка, коинсы. Если их с них падают какие-нибудь интересные штучки, обычно изумрудные. О, выпало яйцо спавна такой же штучки. Смотрите, и с нее выпал один самородок, урановый. Так, теперь нам нужно найти свою эту. Свою печку. Где-то она, по-моему, здесь была, а вот она. Отлично, 6 угля, пока что нам хватит. Теперь тупо идем в шахту. Факела. Как я и говорил, главная задача — найти железо. Потому что без железной кирки мы не сможем ни алмазы добыть, ни руби, ни аметиста, вообще ничего. Так, уголь, это хорошо. Нам хватит, нам много угля не надо. Так, факела.
Надо кукурузку поесть. А, железо. Все отлично. Дальше будет веселее, как говорится, наконец-то. Ну, в принципе, достаточно всего 3 железа. Ну, давайте еще одно добудем. Оно нам пригодится, если мы вдруг найдем ультиматумные вещи. Если вдруг мы захотим крафтить ультиматумные вещи. Так, отлично. Выбираемся отсюда. Уже темнеет, походу. Но это и хорошо, и плохо. Все, у нас есть железо. А, кстати, его надо же переплавить. Оно толку от него в таком виде нет никакого. Муравейка этот красный, который кусается. Давайте его переплавим по-шустрому. Вот скотина. Еще один. Смотрите, они, блин, где-то спавнятся. Я же говорю, муравьев здесь как грязи. Только когда их надо, их ни хрена нет. Так, темнеет. Блин, нам срочно нужно железо. Для того, чтобы сделать железную кирку. Отлично. Железная кирка у нас есть. Это очень-очень хорошо. Забираем все и идем дальше. Вот теперь наконец-то секрет. Давайте я сделаю день. Таймсет день сделаю. И пойдем добывать ценные ресурсы. Во-первых, нам нужно сразу найти вот такое вот большое дерево. Находим вот такое вот дерево. Любое практически. Чем больше, тем лучше, конечно. Но можно и вот такое простое. И лезем на него. Нам нужно залезть как можно выше. Для этого мы используем те доски, которые мы добыли с этого. Ну, помните, с того дерева, которое разрушается при одном ударе, как трикопитейтер. Лезем наверх. Можно прямо с серединки лезть. Вообще как угодно. Главное, чтобы наверх. Я вот таким вот методом предпочитаю лезть. Так, отлично. Тут очень много листвы, которая мне не дает полноценно залазить на это чертово дерево. Ну ничего. Бабочка какая-то. Смотрите, мы нашли эту мотыгу. Изумрудную. Интересно, откуда она здесь? Может, вот эта бабочка срет мотыгами? Хотя вряд ли. О, отлично. Так, где у нас остальная древесина? Вот она. Древесины здесь очень много, поэтому нам не жалко, мы можем вот так лезть. Главное максимально быстро залезть на самую высокую точку этого дерева. Будьте осторожны, не упадите, потому что если упадете, мы все потеряем. Фух. Так, мы почти залезли. Смотрите, какая здесь высота выше облаков, блин. Вот зачем мы лезли. На вершинах этих деревьев всегда есть либо алмазные, либо изумрудные, либо еще какие-либо блоки. Вот видите, вон на вершине того дерева тоже есть. Мы увидим. Не, мы не видим отсюда. Вот на вершине вот этого дерева видим алмазный блок. На этих нету вершинах. И вон на том тоже есть. Но теперь нужно спуститься. Было бы неплохо, если бы мы нашли бы здесь воду и поспрыгнули. Но, к сожалению, воды я не вижу. Придется спускаться методом Чингачкука. То есть вот так вот. Это наиболее быстрый метод, но и наиболее опасный, между прочим. Потому что можно легко сдохнуть. Если вы на чуть-чуть хоть промажете.
Как мы видим, здесь Бурундучок тоже, как мы, спускается походу отсюда. Вот видите, как легко и просто спускаться. Ну, правда, сдохнуть это очень реально здесь. Но это самый быстрый способ развиться, находя вот такие алмазные блоки на вершинах этих деревьев. Потому что без этого искать ресурсы, это будет долго, геморно и сложно, соответственно. Вот видите, все, мы почти спустились. Паркур мастер или мы сдохнем? Как вы думаете? Прыгать или нет? А? Паркур мастер! Хе-хе, не сдохли. О-о! Ребята, ребятушки, ребята, видите, что мы видим? Здесь водится дракон. Давайте отойдем подальше. У меня появилась гениальная идея. Ну что мы будем делать с этим вот... вот здесь это дерево, на котором водится дракон. Я попытаюсь незаметно туда попасть и загриферить немножко рубья. Посмотрим, что у меня из этого выйдет. Но это вы увидите на следующей, в следующей серии на втором моем канале. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. Всем пока-пока. С вами был Турбоежик. Как говорится, ждите следующей серии.